Двери заперты. Без подачи питания их не открыть. Раз, это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 – это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Напоминаем, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией.
Напоминаем, результаты лабораторных экспериментов являются физической либо интеллектуальной собственностью партии и присвоению не подлежат. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Напоминаем. Храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения.
получившим повестки с кодом СИН-21 и СИН-22, надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Товарищ, строго соблюдайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном периоде. Эта минута украденная у нас... Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Надеюсь, ублюдка не размазала попу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу.
осужденным под номерами 704-557А, 907-44К и 075-332Н. Ваши дела пересмотрены. Установленная мера пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему и проследовать в отдел социального контроля. Генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Thank you.
вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Почему я, нейрохирург, посвятил свою жизнь машине?